Минский СКА пробился в третий раунд квалификации Кубка ЕГФ. В ответ на матче команде Игоря Попруги удалось отыграть пассив в 3 мяча и решить задачу отбора в следующий раунд. Соперник австрийский Харт в прошлом году не сумел показать ничего в противостоянии с армейцами. Однако на этот раз оппонент предстал совсем иной командой, и квалификационная дуэль получилась для минчан намного более сложной. Недели ранее на выезде СКА проиграл с отставанием в 3 мяча, и подготовка к ответной дуэли армейцев ждала напряженная. Эту неделю мы очень сильно отпахали. Буквально прилетев с Харда, было ни дня не было отдыха. Сразу на тренировке в 10 утра мы уже бежали кросс в дождь, плюс 4 градуса. Поэтому мы очень сильно подготовились, доверились тренеру полностью, и результат, можно так сказать, закономерный. Устраивающую их разницу в счете армейцы оформили еще до перерыва, а во второй половине лишь увеличили отрыв. Итоговая победа СКА 41-35. Минчане снова оставили ни с чем Харт, а сами уверенно проследовали в третий раунд квалификации.